Валаамова ослица залегла, и не где-то у скалы, а в алтаре. Совесть захолась, сгоревшая дотла, против заповедей Божьих так переть. Что не скажет та ослица, не впопад, потому как рядом ангела не видит. Только возит разжиревшего попа, на него она безгласная в обиде. Бьет кадилом, опаляет ей бока, подгоняет, словно Божье, слово Божье по ту тробу. Совесть, павшая к насильникам попам, возразить им не посмей и не попробуй. Если вправо отшатнуться, фарисейство, чуть левее станешь хуже Саддукея. Все заквашено, как артас, где же опреснок? Жезлом бьет епископ, дико свирепея. За ослицу вам придется отвечать, за тавро, крещащий близко к трем шестеркам, за звезду пятиконечную печать, от ударов-то ослица хуже мертвой. Шаг вперед, но меч Господень у груди. У скотины в раз откинутся копыта. Оправдание привыкли городить, что не нами, мол, ушастая избита. Клан разбойничий под видом литургии души давит, выжигает чудо-совесть. Им не видится духовная погибель, миллион лжекрещенных сбросит в пропасть. Нам без совести и шагу не шагнуть, ей открыто много больше, чем пророку. Как посмели под себя ее согнуть, раболепцам загрузить послушно кротких? Холокост упавшей совести ослицы, день тот трауром помечен и постом. Только Дух Святой научит на молитве, и ослица не заляжет под Христом. 29 мая 2006 года.